В Одинцовском городском округе запустили благотворительную акцию для учениц выпускных классов из семей в трудной жизненной ситуации «Бал для Золушки». Член общественной палаты Елена Горбачева и ее команда станут крестными феями для девушек. 3 апреля в Одинцове состоится первый девичник, на котором выпускницы примерят платье, получат советы на мастер-классах по макияжу, прическам, маникюру, дефиле.